В состав делегации вошли 7 воспитанников зауральских детских домов. Поездка в предновогоднюю Москву стала для них наградой за хорошую учебу и творчество. Они хорошо учатся, они активно участвуют в жизни детского дома, в школе. Поэтому они были награждены этой поездкой. Целью поездки было посещение людового мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Актерами в нем выступили победители и призеры Олимпиад, чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию. В людовом шоу использованы новейшие технологии, световые 3D-эффекты, потрясающая музыка, красочная сценография, яркие декорации и масштабные видеоинсталляции. Спектакли будут идти только 2 недели. Воспитанникам детских домов прославленные фигуристы посвятили отдельное представление. Дети были со всей России, не было ни одного уголка, чтобы не было оттуда какой-то делегации. Это от Камчатки до Крыма. Помимо этого, курганская делегация посетила Москвариум на ВДНХ. Это огромный комплекс из 80 аквариумов, в которых обитают 7 тысяч животных, от китов, акул и крокодилов до маленьких раков. Тоже очень впечатляюще. Там, конечно, рыбы как-таки плавают, все это вверху везде, со всех сторон. То есть, ребятам очень понравилось, они все снимали, фотографировали. Однако больше всего курганским детям понравилась встреча с Дедом Морозом. Он обещал исполнить желания детдомовцев и вручил им подарки. Нам Дед Мороз подарил подарки, там вот собачка, и там были много вкусных конфет. Добавим, что в Курганском аэропорту детей встретили как важных персон. Им предоставили VIP-зал, хотя тем же рейсом из московской командировки вернулся губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Директор воздушной гавани Зауралья отмечает, пассажиропоток в предновогодний период увеличился, а сразу после праздника курганцев ожидает подарок. Со 2 января у нас начинает полеты другое воздушное судно, большей вместимости. Сейчас мы летаем на ВС Boeing 737-500 в компоновке 116 кресел, из них 8 мест бизнес-класса. А со 2 января у нас начинает полеты такой же борт 737, только в модификации 400, который будет уже вместимостью 144 кресла эконом-класса и 10 мест бизнес-класса. Самое приятное, благодаря большей вместимости перевозчик снизит стоимость авиабилетов. Антон Тиженков, Николай Волков, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».